Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики intelbet.ru, меня зовут Роман Гудсайт, и сейчас давайте поговорим о матче Лиги Чемпионов. ЦСКА будет у себя на поле принимать команду Монако. Мне кажется, что достаточно тяжелым будет это противостояние для московских армейцев. Дело в том, что сейчас они, в принципе, сталкиваются с тем, что теряют своих ключевых футболистов. Вспомните первую игру против Байера из Ливеркузена, там забили Дзагоев и Еременко. В этом матче не должно быть ни того, ни другого. Конечно, здесь нет такой прямой зависимости, что, мол, они забили, только они могут забивать. Футбол все-таки значительно шире. Дело в том, что ввиду отсутствия Еременко и Дзагоева ЦСКА лишается атакующего потенциала, потому что, безусловно, это те футболисты, которые способны нестандартно действовать, нестандартно мыслить и давать команде креатив в атаке. Без них, безусловно, тяжело, и это мы увидели даже на примере прошедшего матча российского чемпионата, где ЦСКА переиграл Уфу. Я бы сказал, что, в принципе, переиграл уверенно, но это Уфа, и претензии должны быть скорее к Уфе в том плане, что она слишком мало сумела создать. А здесь соперником у ЦСКА будет Монако. Я не слежу внимательно за французским чемпионатом, но так получилось, что я видел очень много матчей Монако, начиная прямо с подготовки к этому сезону, когда Монако играл против Зенита, потом квалификация Лиги Чемпионов. Ну и, в принципе, какие-то матчи Франции, если мне и попадались, то это были, как правило, матчи Монако. И должен вам сказать, что команда Жардима мне очень нравится. Это действительно разумный, сбалансированный коллектив, который способен решать большие задачи. У Монако, между прочим, сейчас... Обратите внимание, в чемпионате, где есть Пари Сен-Жермен, в чемпионате, где есть Ницца, да, которой многие сейчас восхищаются, именно Монако забил больше всех во французском чемпионате после 9 туров. 23 гола, если я не ошибаюсь. Да, была победа над Метцем со счетом 7-0, но, откровенно говоря, плохая команда выиграть 7-0 не сможет ни у кого. Монако едет в гости к ЦСКА, я думаю, что Монако может сыграть осторожно, выжидая ошибку соперника. Я не думаю, что этот матч будет очень результативным, но коэффициент на низ как-то не сподвиг меня определиться именно с таким вариантом. Поэтому мне все-таки хочется предположить, что здесь, если какая-то команда и выиграет, то это скорее будет футбольный клуб Монако. Так что я сыграю осторожно. Монако все-таки будет в гостях. Прохладная погода московская может чуть-чуть помешать и сковать игроков. Я бы сыграл Монако с форой 0. Вот такой прогноз, вот такие мысли. Смотрим матч. Всем удачи.